Токи. В данный момент мы топим на шоссе энтузиастов. Катаемся здесь не каждый день, так что никуда не торопимся, не выебываемся. Кстати, сквозя 2020 года проводилась именно здесь. Вот конкретно вот эта здесь пробка, она, похоже, собирается просто в любое время дня и ночи, в любой день. Потому что сквозя, она, если мне склероз не изменяет, проводилась в выходной, и так часа в три, что ли. В общем, абсолютно не пробочное время. Вот. Лесопедики. Бьянчи. Тот, который с бараном стоял. И, кстати, в этом междуряде меня въебалось двое фиксеров. Чё один, потом второй. За что мне стыдно до сих пор? Но мне не стыдно за то, что мне стыдно до сих пор. Блять, что этот парень вытворял? Он продавал кофе, что ли, в пробке? Вот. Зато сквозю снял, да. Ну не привык я, когда в междурядье есть больше одного долбоеба, чем только я. А это похоже мороженое, да. Как видите, рыбное место. И очень безопасное. Тут люди пешком ходят. Спросите меня, что я не еду справа, когда там свободно. Отвечаю, не хочу. Во-первых, там поворот направо. Во-вторых, меня любой джигит на такси может уебать сзади и отправить на тот свет. Мы этого не хотим. А здесь мне светят только легкие травмы. И то только в том случае, если... Ну, по моей вине. Не так обидно. Обычно руки на тропах держу, а здесь вообще ни к чему. Видите, автомобиль — современный вид транспорта, комфортный. Люди так расслабляются, что у них уже не остается каких-то планов или надежд совершить какой-то маневр и как-то это все дерьмо объехать. Ну, уже все объезжальщики, они справа. Вот. Так что едешь и едешь. Красота. Вот там, кажется, велополоса слева есть. Так. Не пора бы мне съебать влево? Нет, не пора. Фу, влево, вправо, вправо. Нет, не пора, и это не конец пробки. И бумажкой зеркало. Очень приятно. Надо квартиру в этом районе снять.
Блядь! Зря я это сделал. Так. Все проснулись. Блин, тут еще вне междурядья. Ветер дует сильный. Отвратительно. Оп, и мы приехали на красный. Люди срезают к ебаной матери. Троллейбусные провода на металлолом. Вот, начинается. Выбрался правый ряд, называется. А, ты передумал, блядь, поворачивать, что ли? Что же вы так? Засмотрелся, аж забыл педальки крутить.